Привет-привет, мои творческие подписчики и творческие гости моего канала. Сегодня сделаем с вами невероятную и прикольную идею из лотков от яиц. Можно сделать и с детками. Отрезаем одну ячейку. Срезаем уголочки, которые загибаются. И между получившихся лепестков вырезаем небольшие треугольнички. Готово. Убираем в сторону. Берем еще одну ячейку и отрезаем лепестки. И по краю вырезаем тоже треугольнички. Вот что у нас получилось. Убираем в сторону. Берем акриловые краски. У меня краски производства Луч матовые. Берем зеленый и красный цвета. На всякий случай палитру. Кисточку синтетика акриловую номер 3 или 4. Плоскую. И покрываем зеленым цветом. Я покрываю и снутри, хочу, чтобы все было красиво, и снаружи. Прокрасили. Можно подождать, пока высохнет, но я уже ждать, наверное, не буду. Покрою сразу сверху. Убираю сушиться. Вторую часть покрываю красным цветом. Немножко краску разбавляю. У меня акрил уже загустел. Если будете делать как поделочки с детьми, то можно покрыть и гуашью, не обязательно акрилом. Убираем в сторону и ждем, пока высохнет. Все подсохло. Берем иголочку, крючок или шило. Очень аккуратно протыкаем дырочки по краю. И на зеленой части протыкаем две дырочки, как на пуговке. Готово. Берем самые вкусные конфеты. Можно взять Ferrero, Toffifee и ленточку. Отрезаем сантиметров 20, можно меньше, 15. Продеваем в иглу хвостик. Под углом я отрезала. Сначала продеваем в нашу пуговку. А затем начинаем вставлять в шахматном порядке нашу будущую клубничку. Готово.
все подтягиваем и завязываем узелочек и бантик. Подрезаем хвостики и обжигаем зажигалкой. Берем белую краску, тонкую кисточку и ставим на ягодки либо точки, либо полосочки. Такая клубничка получилась. Ждем, пока высохнет. Я сделала несколько клубничек и сделала вот такие вот шкатулочки. Мастер-класс будет на канале Инесса Кукла-терапия на следующей неделе. И у меня есть телеграм-канал Инесса Кукла-терапия, а также страничка ВКонтакте. Смотрите, какое потрясающее оформление. Такой подарочек не стыдно подарить на любой праздник. Можно вложить киндер-яйца или яйца на Пасху. Пока-пока, дорогие мои. До новых встреч!